Воу-воу-воу-воу-воу, чё это, блин, за херобора-то такая, Ей дреть колотить, как нормальный вид включить. Йоу, с тобой Раймер Плей, посмотри, офигей. Ну чё, давайте в это, не знаю, чё, блин, играть, офигевать. Короче, блин, я смог эту игру на каком-то там сайте, короче говоря, отыскать. И ссылочку я буду, естественно, в описании оставлять. Так. Короче, я так как понял, судя по описанию, это, короче говоря, игра типа про чувака, короче, у которого есть какая-то типа сверхспособность руки удлинять, при помощи которой он будет типа всех нагибать. Так, я не знаю, куда сходить. Давайте сюда сначала сходим. Ты, чё тут у нас? А, это, короче говоря, описание управления, что ли? Ну да. Да-да-да, это описание управления. А нахрена комнату делать, в которой тупо описание управления? Ха, а ладно. Посмотрим, чё тут у нас есть. H, hold to switch here, это я не знаю, чё. X тоже, хрену, значит, не работает. Посмотрим дальше, что там. Так, настройки графики. А, в натуре ты смотри-ка. Так, вертикальная синхронизация, музыка. Так, камера. О, от первого лица. И выглядит все заебца. Вот это да. Так, что у нас тут еще? FDTH камера switch. Так, чё там? А, ага. Окей. Это типа того, я тебя сейчас хвачу через монитор. Блин. Ну иди сюда ко мне, поцелуемся с собой. Блин. Так, а чё ещё тут есть? Так, камера свеч, так, рум-камера, ну, так, а что-то рум-камера не работает. И селфи-камера, ух, блин. Стой, 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 куда, стой, блин. Так, а как нам настроиться? О, то есть это была та же самая камера, которую я, получается, в начале сразу нашел. Вот это я хорошо пошел. Блин, ё-моё, с такими руками можно, блин, охерительные селфи вытворять и в Инстаграме всех удивлять. Ты прикинь, насколько можно далеко телефон от себя отставлять, чтобы все вокруг тебя снимать. Это ж круто, твою мать. Чё-то, блин, чувак как-то чуть ли не пополам ломается. Оп, можно даже задницу свою снимать. Вот это я рукастый, твою мать. Так. Да стой, блин, как тебя вырубить, во. Так, это что у нас? А, это то же самое. Да, это для, только для геймпада управления, это для клавиатуры. Так, окей, ладно. Погнали тогда в ту комнату. Там еще что-то, блин, было сказано про увеличение вроде ног, но я что-то Ctrl нажимал, а ноги не удлинял. Ох, блин, что тут такое-то, ёпты. Это что-то за херня такая? Вообще игра называется что-то там какой-то Лифтмен, я хрен его знает. Как по мне, так это чувак из Фантастической четверки, который мог там все свои конечности удлинять. О! И всякую херню доставать. Чё? View, C, F, R, I. И всякую херню доставать. Так, ну это опять же описание управления, да? Ага. Так, а чё нам, куда его? Ладно, пошлите, не знаю, в другую комнату, что ли. А, нет, в другую комнату нельзя. А чё, делать нам тогда? Сюда его, что ли, запихнуть? И тогда только в другую комнату вальнуть? Воу-воу-воу-воу, подожди. А чё нам с ним в натуре делать-то?
А, фу ты, блин, вон оно чё. Окей, тогда чё? Во! Нормально так. Так, а здесь-то делать чего? Так, E, space, так, hold. Так, ну это нам не эту херню подбирать, наверное, вот это надо взять. Ага. И что нам с ней делать тогда? Не, ну можно как бы еще вот так поднимать и всякую херню бросать. Иди сюда, блин. Так, это мы, наверное, туда положим. Не, хрен-то там. Так, подожди-ка, а что с ней делать? Как мне всех уделать? Там какой-то шар еще, блин. Так, а может надо как-то сложить их, чтобы сюда забраться? Давайте-ка попробуем. Так, надо как-то поровнее это все ставить. Ага, мы не допрыгнем, да? Окей, тогда. Сейчас построим пирамиду. И позвоним Давиду. Блин, как будто тут еще ничего не залагало. Или не упало. Так, блин, а как забраться-то? Хрен заберешься. Так. Так, а ну-ка, может быть, вот так. Да, блин, оставь ты его, положи. Вот. Так, не, ну отсюда-то я хрен запрыгну. А если, допустим, сделать вот так тогда? Допустим, мы его поднимаем. А, ну мы и не запрыгнем все равно. Хм. Ладно, сейчас попробуем тогда вот эту херню достать. Хорошо, когда руки такие длинные, блин. Можно куда угодно ими залезать, что угодно доставать. Хотя я вообще не уверен, что ее надо было сюда достать. Ну да и ладно. Пока и так шоколадно. Так, может, сюда запрыгнуть надо? Да не, не сюда. Значит, надо это все доставать и туда залезать. Так. Блин, немножко, короче, куда? Слегка недоработано, блин, кубики здесь все что-то дрыгаются. Как бы они не заглючили, куда-нибудь не провалились. Ладно, туда можно залезть, а сюда хрен, да? Придется, блин, фигней страдать, чтобы туда залезать. Так, ну все равно я сюда не допрыгну. Как тогда? Как тогда нам залезть-то? Блин. Хрен узнает, как залезть. Вообще непонятно, то есть как бы здесь вроде отверстий никаких нет, куда надо кубы складывать, но при этом как бы вроде бы, да хрен его знает. Там вроде что-то было сказано про ноги, вроде удлинять, что-то надо Ctrl зажимать, но я вот зажимаю что-то и нифига. Может, на туре тут надо что-то делать, типа с ногами. Или может надо как-нибудь типа за счет длины рук как-нибудь типа к себе так подвинуть, подпрыгнуть и залезть. Да блин. Не, серьезно, а как тогда? Что за ерунда, блин? Зато у него рожа веселая, по крайней мере. Так, ладно. Мы сейчас вот так сделаем. Опа.
И все. Так, а что дальше-то? Дальше еще все хлеще. Так, окей. Блин, хер попадешь. А здесь надо уже что-то подкладывать. Ну, я думаю, так пойдет. Так, вообще, надо до двери добраться опять, да? Вот такая вот у нас сегодня ерунда. Так, это больше не спрятано ничего. Как бы, если что. Ну-ка, доставай. Так. Куда нам это надо поставить, чтобы наверх себе доставить? Давайте для начала, наверное, просто их достанем. И здесь пока оставим. Попробуем посмотреть, где мы сможем наверх пролететь. Так, ну я думаю, надо сделать, наверное, вот так тогда. Потом отсюда, наверное, как-нибудь... туда. Ага. Потом, значит, как-нибудь вот так. Не-не-не, не падай, слышь. Так. Туда. Ну здесь, блин, не допрыгнешь просто так. Ну тогда ставим здесь вот так. Подберем какой-нибудь вон тот ништяк, если получится хоть как-нибудь. Не, хотя стоп, вроде ж получилось. Подними-то его, будет все хорошо. Блин, не, серьезно, здесь хрен поймешь, как залезать. А самое главное, непонятно, как ноги удлинять. Там же было написано, что это сделать как бы типа можно. Только делай это все типа осторожно. Тогда попробуем сейчас вот таким вот образом. Мы сейчас тогда вот этот сюда поставим. И тут его оставим. Потом наверх маленький один доставим. Эй, стой, куда пошел? Ты свое место тут еще не нашел, стой пока. Ага. Так, сюда, сюда. А сюда хрен, да? Ну ладно, сейчас все равно мы тебя достанем. Мы от тебя не отстанем. Иди-ка сюда. Так, а как нам сюда аккуратно-то так затащить, чтобы, блин, не смог от нас отсюда свалить? О, идеально. Блин, да это капец, как бы сложно, но в то же время, блин, интересно. Так, то есть вот этот мы надо здесь, наверное. Или подожди-ка, а что там? А, ну там пол есть, окей, я думал, там какая-нибудь дыра опять. Так, ну сюда ставить смысла ничего, наверное, нету. Как бы. Да, мы вот это сейчас все сюда отнесем. Во. И вот это вот тоже. Давай-ка сюда иди. Так, а туда мы запрыгнем или нет? Я думаю, запрыгнем, да. Нормалек тогда, так. Ништяк. О-о-о, полегче. Так, бросаем. Залезаем. И всех нагибаем. Так,
А, блин, сюда я не залез, надо маленький один подтянуть. Куда стой? Блин, зараза. Главное теперь вот этот еще не уронить. Оп-оп-оп. Оп. Оп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, иди-ка сюда. Поможешь, как всегда. Интересно, я вообще не знаю. Оу! Нихера себе, у нас ноги выросли. Я думал, их надо как-то самому удлинять. Они, оказывается, будут нам сами помогать. Ага, остальные кубики с собой нельзя забирать. Ладно, будем, значит, это так. Длинными руками и ногами будем себе помогать. Так, а как, блин, подожди, куда тут? Подожди, раз, два, три, четыре кубика у нас таких. Так, Ctrl плюс мышь. Оу, нормально так. Ага. Ага, надо, короче говоря, по размеру сюда, короче, запхнуть кубы. Чтоб они зашли и туда, и сюда. Окей. Так, а где у нас? Ага, у нас еще вот эта херня где-то тут. Иди-ка сюда. Опс, опс. Блин, это сложно, блин, теперь еще надо и руки, ноги одновременно умудряться удлинять, чтобы туда, куда надо, доставать. Вот это реально геморройно, блять. Так, иди-ка сюда. Так, а где еще? Чего у нас еще? Подожди, вот этот. Иди-ка сюда. Так, куда его запхнуть-то тогда? Сюда? Ага. А, то есть за этими кубиками типа другие прячутся, да? Ну, блин, поднимай. Давай. Поднимай, убирай. Так, вот, по-моему, здесь еще один спрятан, вроде как, да? Ага. Блин, вот падла вырос. Теперь руки не растут. Так. Так, 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 стоп, а как нам? А, во, вот таким вот образом. А чё это на... Подожди-ка, чё-то не хочет. Воу, да чё с камерой-то происходит? Так, ага, вот этот сюда. Так, ну-ка нафиг, слышь, давай-ка все их доставай и отсюда убирай. Так, вот этот нафиг, отсюда нафиг, но уже нафиг. Так, а где ж у нас, блин, еще... А, тут ты, ну ты, руки-ноги, блин, погнуты, так. О, блин, дядя Степа. Ё-моё. Блин, охренеть, это прикинь, такой типа. Оп. Надо такой селфи снять. Ноги надо удлинять. Руки укоротить. И будет все красиво в рот его етить. Херась, ты здоровый. Так, ладно, хорошо, фигней страдать надо дальше. К путь к прохождению искать. Так, что тут у нас дальше? Не, ну вид от первого лица, конечно, заебца. Так, а что нам, подожди, надо сделать? Нам надо... Не, нам не надо. Так, это нам, значит, доставать не надо. Чё надо? И чё, это типа подсказка? И? Чё, надо стену снять, что ли? Или сломать? Хм. Или надо, наоборот, себя уменьшать, чтобы здесь пролезать?
Но она нас сюда не хочет пропускать, потому что мы здесь что-то еще не смогли выполнять. Зачем нам здесь надо ноги удлинять? Моя не понимать. И двери почему-то открыты, а не закрыты. А-а-а, надо не таскать, надо нажимать. Окей. Тогда иди сюда. Ага, хрена с два. А чё ж тогда делать? Ну, допустим. Так, на это нажать нельзя. Тут тоже ничего нет. Так, а что вообще происходит, когда мы нажимаем? Вообще, что он открывает? А, он дверь открывает. Когда на кнопку нажимает. Ха. Это что, мне надо так руки или ноги удлинить, чтобы дверь оттуда открыть? Блин, да вы чё, серьезно что ли? Это ж можно, блин, с ума сойти. Это ж так вообще, блин, невозможно тупо пройти. А-а-а. Как же мне здесь правильное решение-то найти? Ну, типа, подсказка есть. Типа, блин, надо стать дядей Стёпой. А дальше-то чё? Серьезно, я, блин, не понимаю. Так. Так, 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 так. Не, ну я до кнопки не дотянусь в любом случае. То есть вот это максимум, по сути. Все, это максимум, то есть он больше никак не может. Блин. Так, а чё бы как-то тогда учудить, чтобы результат-то получить? Ага, хрен. Может, тут как-нибудь надо что-нибудь достать? Чё-то я сейчас не понял, это что это было? Погоди-ка. Подожди, подожди. То есть я тупо прыгаю. А, и он сам уменьшается. Не, а как все равно дверь-то открывать? Моя не понимать. Ну, допустим. Вырос я. Что дальше-то на? Что за ерунда? Блин, серьезно, такая сложная игра. Которую я не видел такой ни разу никогда. Не, ну добежать я в любом случае до туда не смогу. Не, серьезно. То есть, типа, мы дверь открыли, да, вот, и как мне, блин, добежать? Типа, вот так, да? Ага, хрена с два. А ну-ка, если, допустим, вот, скажем... Не, ну, в принципе, логично, да. А что, если сделать вот так тогда? Можно, интересно, руками на кнопку нажать. Да, хрен ты на нее руками-то нажмешь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, догадались. Не облажались, отлично. Блин, сразу-то реально хер догадаешься. И надолго тут останешься. Так, space, прыжок.
Ну и что дальше? Нормалек. Нормалек. Воу, стой. Подожди, там у нас какой-то отстой. Так, так, так. Вот так, ништяк. Так, так, так. Ничего там не мешает. Ох, блин, физика такая, блин, странная. Прыгнешь, он аж летит, не хочет останавливаться, падла. Так, насколько мы можем высоко забраться, чтоб не обосраться? Так, ну, в принципе, вроде норм. В принципе, вроде норм. Так, у нас что там? Ну-ка, надо осмотреться. Присмотреться. Так, что у нас там-то? Наверху. Не хо-хо, там вход или нет, я не могу, блин, понять. Так, ладно, давайте тогда сигакать. Блин, нет, вход, скорее всего, там. На самом-самом верху. Так, а куда дальше-то прыгать? Не, ну туда я не допрыгну в любом случае. Ноги-то сильно длиннючие. И пятки наверняка еще вонючие. Ну, блин, в принципе... Блин, нихера не понятно, где он стоит, блин, с этими ногами. Чтобы поближе подойти сигануть. Так, 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 а если... О, Хитман, блин. Только штриха не хватает на затылке. Воу! У него еще, оказывается, волосы есть. А почему они у него в голове? Вот это непонятно мне. Ладно. Прохладно. Сигакаем. Ага, сигакаем, блин. Сиганули. И все просрали. Затяжные полеты. Охерительные перелеты. Все пошло хорошо. Блин, сейчас чуть, блин, не зацепился. Так, дальше нам туда надо, да? Блин, тут сложно так-то вообще. Между прочим. Не, ну до сюда допрыгнуть, по-моему, вообще реально невозможно. В принципе. Вот реально просто тупо невозможно. Да, потому что это дико тупо сложно. И делать это надо очень осторожно. О! Неужели? О, аллилуйя! Так, Grab World, возьми мир. Не понял, это чё творится, блин? Я сейчас не понял вообще. Это как это? Это чё это? Не понял. Подожди-ка. Вон оно что. Типа можно за стены, короче, цепляться.
Только как при этом не облажаться, чтобы не разъебаться. Нихера ж себе. В натуре вообще. Так, а если сделать вот так? Сейчас сделаем вот так. Потом вот так. И ни хрена не получится у нас, ага. Да что-то кракозябра сраная, блин. Залезай. Не, подожди, здесь написано, возьми типа... Что за фигня происходит? Вообще понять не могу. Как за него хвататься? Ну, типа вот, ну, схватил на правую типа кнопку, ну, а почему он, блин, падает потом сам? Странно. Или типа надо за вот эти вот херни хвататься. Бля, в натуре. Да, только толку от этого, что я за них хватаюсь. По-моему, блин, проще будет вот отсюда, короче. Да что ж ты, блин, делаешь? Падла. Да давай, блин, лезь. Давай, давай, давай. Во. Другой бот. Да блин. Как залезать, я не понимаю вообще. Серьезно, то есть он тупо не хочет карабкаться. Вроде как бы надо левую кнопку зажимать, и он будет залезать, но этого не происходит. То есть надо ее быстро либо давить. Но игра, тем не менее, смогла реально удивить. Я, короче говоря, надеюсь, вам это понравилось. В принципе. Так что, в общем... Лайки ставьте. Подпишитесь. Еще не раз на мой канал возвратитесь. Ух, блин. Какая-то непонятная голова. Что это за ерунда? Поднимает, он угорает. Так, hold, пресс H и плюс маус. Воу! Чувак, слышь? А вот ты, походу... У тебя повышенное оволосение, походу, слышь, в натуре. Воу! Это что еще за фигня такая? Здрасте, блин. Мордасте. Я не похож на Красти. Это что такое? Блин, как это назад вернуть? Не, серьезно, как это назад вернуть? А, вон оно что. А, я понял. Короче, зажимаем X и правую кнопку мыши, голова уменьшается. А если зажимать X и левую кнопку, голова увеличивается. Вот это прикол. Вот это хорошая функция нашел. И то же самое, короче говоря, с волосами.
Вот это нормалек. Привет тебе, чувачок. Хороший это сейчас был ништячок. Ладно, так. То есть это, так понимаю, комната, короче говоря, так. Тупо по приколу. А что делать-то дальше? Так, селфи вью. Ну это мы уже видели на селфи вью-то. А как комнату последнюю открыть? Или уже можно как бы типа игру закрыть? Потому что мы типа все прошли и все приколы нашли. Не, серьезно. Не, в натуре можно как-нибудь эту голову поднимать, чтобы дверь открывать? Или надо куда-то тут что-то там опять нажимать? Не, ну как бы игрушка, она в принципе довольно коротенькая, там в принципе, так понимаю, наверное, была. Поэтому получается вот такая вот ерунда. Наверное, я типа все прошел, потому что все приколюхи нашел. Ну, короче, как бы ладно. Лайки ставьте, подпишитесь. И заходите ко мне на канал еще раз, не ленитесь. А на этом буду с вами прощаться, пора мне закругляться. Так что, всем удачи и пока. Снова свидимся, так, да.